Самарская область готовится к Пасхе. У христиан сегодня началась последняя, самая строгая неделя Великого Поста – Страстная Седмица. Пасха в этом году выпадает на воскресенье, 19 апреля. Традиционно накануне проходит праздничное богослужение. Этот год особый, с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки. Главным санитарным врачом Российской Федерации были разработаны рекомендации. Граждан призывают не посещать места массового скопления людей и по возможности оставаться дома. Об этом сегодня шла речь на встрече губернатора Самарской области с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием, а также с руководителем регионального управления Роспотребнадзора Светланой Архиповой. В этот период, период святой для всех верующих, Страстная неделя наступает, и, конечно же, впереди светлый праздник Пасхи. Особый период, в котором находится регион сегодня, предполагает и наши дополнительные усилия по созданию безопасности, защиты здоровья, жизни людей. В целях соблюдения безопасности верующим рекомендуют воздержаться от посещения храмов. Пасхальная служба, которую проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, будет транслироваться онлайн.